Пацаны выходят. В принципе, мы это видели. Хорош. Сейчас, погоди, дайте я потише сделаю. Заебись, как громко. Я в сером микшере сделал. Только у меня что-то тихо стало. Нет, я именно в игре, потому что вас я нормально слышал, а в игре там пиздец как сейчас. Ну, в сером микшере просто выставляешь, что погромче, что потише. А, ты так? Ну, про да. Это имел в виду? Да. А как вот это? А, ну правильно, блин, Варвар Кров выкрутилась просто до сотни. Сама тварь. Тварь. А-а-а! Тварь! Пизда. Что такое? А, они заходят, типа. Ну, мы ж там были, мы ж там были. Да это меня кинуло туда. Раз уж заниматься хуйней так полноценно. Если начали на въебку, блять, я потерял свою палочку. А как эту хуйню, которая... На какую ставил, на такой... Подождите, дайте тише сделать. А, во! Сейчас я, блядь, повзрываю, нахуй, опять плакать начнется. Будьте Кирилл, ну не надо, ёпте! Да, да, так оно и будет. Вернуться в пирамиду и одолеть Сибака. Кто он показывает? Он туда. Пирамиду, говорит, надо вернуться. Дима, пошли. Блин, хуел, что экран это СМБ. Курить хочу. Какой курить? Сейчас пойдем, он упакуешь 5 минут там. Так уж и быть. Где я? А, блять, я заебался уже с этой хуйней. Я не понимаю, где я нахожусь. Ну, у тебя свет есть как. А что это стреляет-то? А, это типа тут? Нихуя себя не поломали. Он нам мешает пройти. Вся хуйня. Ну, давайте, пиздуйте туда. Я подожду пока что. Дима, я подожду. Ну да, Дима, может мы за тебя всю игру пойдем? Смысл вообще это от тебя? О! Ты неполноценный член команды, ух ты ёпки! Типа надо его убить? На, нахуй тебе, на! Всё в него, всё, блять! В жопу, я в не давайте ему встать! Стреляйте! Точнее, не стреляйте, пока не увидите очи его глаз. На! Белки! А, да почему в меня-то все? Мелки! Блять! Только бьет! Если что, я труп! Да, заебись! Я рад за тебя! А как я рискнуть? Никак нельзя! Вот так, Дима, играть одной рукой и членом! Это ты просил протез новый? Протез? Нет, это по тебе! Теперь это будешь зваться члена рук! Члена рук. Нихуя. Члена рук. Я тебя забыл, как я это делал все. А как перекатывался как-то, чуваки? Еще ведь полегче. У меня на X. А, вот, да. На правую клавишу. Как? Ага. А как мы это кошку делали? Не знаю. А, ее выставлять, по-моему, надо. Да. На какую кнопку? А я на колесик. А, на он мне еще колесо делает. Либо 1, 2, 3 там. 4, 5, 6. А. Не ебет, я самую важную функцию для себя нашел. А ты, Дима, купил все-таки сигарету? Ну как она тебе? Ну я бы не сказал, что она настолько охуенно, как они говорили. Да? Ну, по-моему, они говорили охуенно. Это где такое было? Ну, много про них обзоров и всякой хуйни. Говорили, по-моему, что не заменяет, но со временем привыкаешь. Как бы да, ну, смотри, когда курить не слишком сильно хочется, то, в принципе, можешь посидеть и подымить так под фильмец. То есть это не напрягает совершенно. А когда именно хочется нормальной, сука, сигареты, когда ты чувствуешь эту вонь, когда дым тебе глотку. И ты такой... Сигарета! Ты понимаешь, да, ты к тому же ментол. Ты видишь, что она закончилась. То есть ты понимаешь, что сигарета кончилась, все, хватит. А то-то там, блядь, не кончается. Да, печально. Покуришь. Окай. Да и все. Бля, мы что были? Да. А, это она, походу, тупанула. Нас назад откинула.
А че наверху? Да. Не знаю. Такое с ней помню было, вот она. Большой пулемет, победить Себика быстрее, чем за 3 минуты. Тут большой пулемет, понял? Змеи готовки. А, надо готов. Слева, так, слева внизу. Скормите Сэмбэку одного из его слуг. Что с Димой? По-моему, он умирает. Я лазер. Я думал, ты умираешь. Я лазерный. Блять! Я из-за вас упал в воду. Да как там прыгать, ага. Да тебе не жалко. А, блять. А, я сдох. А как? Как ты сдох? Утонул. Да ладно. Не знаю, как ты сдох. Нам надо... К рыбе надо, да? Диме надо посветить, наверное, да. Опа. Что происходит? Ну я лазером похуярил. Тут кого-то рыбкой кормили, короче. Пойманивали, наверное, кого-нибудь. О, что это за поезд? А, это крокодил! А, это этот... Мудила, который гнался там... за нами. Так, делаем щит и не ебем. Ебать! Сделал щит! Сожрали нас, походу. А, или это еще таки подвешен? Оооо! А, да ладно! То есть... А где вообще я? Чё надо делать вообще? Я опять сдохший. Да, как обычно. Ёб твою медь! Ну, собственно, я не успел это сделать. А вы сожрали, да? Не, я вон плаваю. Светание? Я подсвечиваю, короче. Надо шарик вон туда, я так понимаю, загнать. Куда? В центр? Я так понимаю, надо это, как его, шарик загнать, да, в центр и взорвать его, когда он... Пока... Так... Ух ты, блядь. А, не, понял. Вот так. А, нет. Как? Нет, в смысле, над ним. Блядь, я утонул, что ли? Под ним. Да, тут, походу, утонуть можно. А чё он такой лох? Тащите шарик! Тащите, ну давайте. А как я засуну его? Ну, залазьте наверх, что ли. Я же подсвечиваю, чтобы шарик не этот, не взрывался. Обязательно? Может, надо, чтобы он сожрал этот шарик? Ну, нет? Чтобы он его сожрал, он как раз таки и надо туда. Зачем туда именно? А хуй его знает, наверное, просто. Не держи шарик! Я хуй знает, я не знаю. У меня... Не, он, видишь, жрет тут. Вот так, включить шарик. Чё, тварь? И отпустить, пускай он жрет этот шарик. Ну, как бы... Хуй его знает, в общем. Да я тоже не знаю. Что-то у меня вариантов пока нет. Варианты! Может, надо бомбой закинуть? Может. Бля. Ладно, эти мы подзастрали. Давайте-ка я их лучше отпущу, и пусть новые появятся на досках. Да кажется. Ну, как бы... Может, не безгранично будет хуять. Ну, вот, сука, довела меня. Я, короче, отпускаю их. Ну, отпускай. Оп. Давайте, вот этот. Около которого я плаваю. Я, кажется, понял, как вздыхают. Как? А когда ты оказываешься под дощечками... А посвети лучше на эту хуету, Дима. Что будет? Ух ты, блядь. А там без разницы. На что, я просто плаваю около них, свещусь. Не, посвети на эту дрочь в центре. А там без разницы, говорю же. Я просто рядом с ними нахожусь, рядом с ней. А-а-а. Дима, спусти эту хуйню. Ну, да, опусти ее. Блин, я не знаю. Ну, опускай. Я тут по ней не достаю. А, вот, да. Ты прикинь, как он, блядь, ебашит, а? Ебашит в кашу. Вот, смотри, смотри, она внизу. А! О, ты их закинул. Отлично. Еще давайте, соседний. А, вот, теперь надо стрельнуть, она поднимется, и он прыгнет за ним. Ты держи, Дима, я отпустишь, когда он... Держу. Все, отпускай. Быть не в пузе теперь она, типа. Че, нормануло, не? Не знаю. Да. Стал красненький. О, видали? А теперь в него всаживаем все, что есть.
Он пузом кверху. Ой, я утонул. Не знаю, я не попадаю. По-моему, на него надо забраться и пузо ему ебашить. Да, ты прав. А! Вот не, так не, вот, блять. Не прыгайте, ребят, короче. Я в воду не прыгайте. Чего? Если опыт. Спрыгнешь, ты труп. Я спрыгнул. Блять, ну чуть сейчас прикинь, и у него из пасти выскочил. О, кстати, там надо слугу скормить. Блять. Каким-то образом. Чего? Слугу запихнуть в эту решетку и подорвать. Ну, точнее, чтобы оно сожрало их. Блять, я слишком далеко, блять, нихуя не вижу. Меня сожрали! А я завалил слугу. Ну я кого-то там убил. Так, а, возродиться. Надо слугу туда закинуть. Зачем? Ну там по квесту. Написано, типа, спецзадание, скормите слугу его хозяину. И как туда закинешь его? Гандон, он меня молнией бьет. Собственно, по-моему, закинуть его можно будет через это. Блять, да я заебал стануть. Сейчас он сожрет эту хуету. Рановато вы. А, я же появиться мог. Это, почему? Я только появился. Я два подряд сдох. Чё я умираю-то все время? Чё за бред? Хуй знает. Так. Уходите с платформы. Да ёпта уметь. Пизда. У вас родамак никакущий. Это приключается, но нормальное оружие. Током бьют и рушат. А, они током типа рушат. О, хилка. Блять, я вообще не знаю, чего умираю, просто на ровном месте, блять. Да? Живой, потом сдох. Ладно, давайте лучше попробуем скормить ему хоть что-нибудь. Да я не могу, блять, перестать умирать, нахуй. Давайте. Ой, поставил, сейчас попробую. Блять, залезай, долбоёб. Ну, подрывай. Я умер, блять, охуенно. Охуенно, пацаны. Блять, это игра, блять, пиздец. Блять. Какой-то блядь, минус. Ну давай, да давай, Дима, подрывай, кидай её, потом удержишь. О, ништяк. Да, ништяк, я себя убил. Да пухай, он сейчас сожрёт эту хуйту. Держи. Осталось немножко. Где он, блядь? А, о, блядь! Все. Да хуй с ней. Сейчас где всплывет-то, самое главное. Да, только я прямо около него был в тот момент. Во, тут всплывет. Блять, этот хуило. А, он не совсем всплывет. А, не. Все, всплыл. Уходим. Еще раз ему, или два. Ох, а где Кирга? Я вообще его не вижу. Я бомбу там перебил, да. Блять, я опять утонул. Я забежал, свою бомбу поставил, ты меня взорвал. Так, во. А, не. Блять, эти динозавры, сука, заебали меня. Какие крокодилы. Блять, да что такое? Попробуй его туда закинуть. Как я тебе закинул? Конечечко. Ну, бомбой. Блять, они пиздят. Они все, что движется, по-моему, пиздят. Да они разрушат, наверное. Ну, если давай попробую, пусть знает. А-а-а! Блядь. О, отлично, еще раз. Я ему помог. Нахуй, он не лезет туда. Бля. Ну, это было близко. А-а-а! Не-не-не, надо закинуть. Блядь. Закинуть. Как я тебя закину? Я потом что хотел. Ну, так я и кидал ее бомбой. Залезай, блядь. Блядь, ты сдохнешь сегодня, мразь. А где еще вон бомба одна валяется? Блядь, он просто умер, я прыгнул что-то и умер, блядь. На ровном месте. Ну, не совсем на ровном. Сука, они не пиздят и бомбы наши ломают, пидорасы. Ты слишком глубоко просто упал в воду и сдох. Ну, блядь, я ж перепрыгиваю с одной на другую, промахнулся чуть-чуть, блядь. Чуть теперь ёпт. Поэтому я просто плаваю. А блин, где еще это? А как просто плавать, если надо убивать, короче? Да, но тут надо валить. Я просто быстро плаваю. Вот. Надо попробовать закинуть одного, но там вроде какие-то бонусы по квесту будут. Там, в рот, они ебись, хотя бы убить его.
Еб твою мать, они не дают ни аду сделать. Ладно, давай. Блять, свечу. Давай. Ё, блядь. Давай. Сейчас он сейчас взорвет ее. А, не, не взорвал. Свечу! Ставлю. Во, мимо, перелет. Переборщили. Где я? Не знаю. Диана, ты светишь? Да я как бы и не отпускал. Сейчас, видишь, сейчас. Видишь, она пульсирует, светится. Не, не сожрал. Сейчас попробую ее хуйнуть. Блять, опять он под эту хуйню ушел. Ааа, немного, чуваки! Как ты, блядь, заебал меня, сука. Давай, Дима. Нет. Давай. Хотя бы одну. Да, готово. Блин, ну дайте съебаться. Готово, готово, давайте. Понесла, Дима, держи, 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 держи. Давай, я думал, я сожрал. На тебе, сучонок. О, о, о. Да, она сама у меня взрывается в пузе. А где я? Да заебали! Во! Кто там всплывет? Погнали, погнали! Я поставлю, у меня усиленная бомба! А-а-а! Давай, ставь, ставь, ставь! Да, блядь, ставь, я ставь. Два раза подряд сдох! Я еще поставлю свою! Опа! Хорош! Крокодайлус сдох! Мы убили эту зверюгу! Сто пудов он не сдох! На мозг еще поебет! 100 миллионов раз умерли! Проходим миссию, я иду курить. Окей, окей, окей. Сейф никто не держит. Сиди, кури трубку свою. Блядь, да заебал я сдыхать. Кури, бамбук. Все, миссия пройдена, я иду курить. Иди, 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 свободен. Пшел вон, холоп. Иди-ка ты нахер. Ты еще не ушел? Опа, опа, а мы взяли какую-то... Залупень. Как-то. Лара 0. Ничего не сделали. Большой пулемет. Победитесь. За 3 минуты. Мы получили большой пулемет. Увеличенный максимальный боезапас. Слух. Увеличить максимальное здоровье. Да. А, Димы же нет, точно. Ну что? А, Дима не нажмет. Цепляем награду. Ну они уже как бы принесли неудобства на самом деле. Да. Разлочит они или нет. Ущерб нанесен уже. Да, моральный, аморальный и всякий. Они за это должны только 1 000 000 заплатить пользователям. Как же капитализм, как же права этого потребителя, как там, покупатель всегда прав. Почем? Ой, я могу открыть. Открыть, что ли? Эпический амулет найден. Что дает? Сейчас посмотрим. Эпический. Так, урон от бомбы, перезарядка бомбы, восстановление боеприпасов, рассеивающий выстрел. Неплохо. Давайте одену его. Ну-ка, сейчас дай поставлю. Пошлите. Куда тебя послать? Не надо меня посылать. Подождите, вниз там эти алмазики. Оп, 900, нихрена себе. Нихуя себе, блядь. Так, выходим на выход. С вещами на выход, пожалуйста. Смотри, тут нашел нычку. О, я тоже нашел. Стоп. Опа, опа, опа. Моя, 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 моя. Ничего себе, что это было. Че, куда дальше-то идти? Ну, назад выходить. А, вон shift. Я вышел. Элвис вышел из здания. А ты чего к верхнему ходишь? Я думал, я вышел. Ты не нажал.